Now hear this. It comes a time in everyone's life that you need a little relaxation, you know? Ready. Listen to this, Julia. Listen to this. That's how it said. Not a Bob Sinclair trap, Gary Pine. But a man called Q2B and Dalamon. Yes, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Начало лета для компании APL ознаменовалось проведением трехдневного выездного семинара в городе Боровое, маленькой Швейцарии Казахстана. Это событие для множества людей стало уникальной возможностью получить несметное количество дорогих подарков, побывать на живых лекциях профессионалов сетевого бизнеса и первыми узнать о новых суперпромоушенах. А самое главное – стать свидетелями рождения новой технологии в индустрии косметологии – Акумулит HT. Сегодня появилась новая информация. Появилась информация о том, что компания продолжает также динамично развиваться. Те планы, которые были задуманы на ближайшее будущее, примерно на сентябрь-октябрь месяц, а уже они сегодня начинают как бы реализовываться. То есть мы сегодня говорили о новой продукции. Сегодня появляются новые позиции. Каждый день семинара был тщательно распланирован. Тренинги, мастер-классы лучших специалистов компании. Все мероприятия должны были с точки зрения организаторов семинара помочь как дистрибьюторам, так и лидерам компании профессионально подготовиться к работе в сетевом бизнесе. июня более 350 человек из 40 регионов съехались на уникальный обучающий семинар, преодолевая ради этого не одну сотню километров. Несмотря на то, что многие смогли потянуться на место событий только ближе к закату, организаторы мероприятия подготовили интересную и насыщенную программу и на вечер. Начался семинар с общей встречи всех участников на берегу озера Боровое, где на фоне живописных горных вершин состоялось приветствие руководства и президента компании APL Сергея Куликова. Это стало финальным аккордом торжественного открытия семинара. От дневной суеты и усталости от дороги не осталось и следа, как только участники семинара оказались на берегу прекрасного озера Боровое. А благодаря инструктору по йоге все желающие смогли помедитировать и впитать в себя энергию уходящего солнца и гостеприимной казахстанской земли. Как изначально и планировалось, благодаря йоге, которая, как известно, сближает, внутри коллектива установилась теплая атмосфера. Асем Атепова, профессиональный инструктор по йоге, быстро сплотила гостей семинара, помогла снять напряжение и настроиться на дальнейшую работу. Во время йоги я почувствовала легкость, захотелось как будто заново начать жить. Вообще мне понравилось. После ужина участники семинара дружно собрались в конференц-зале, где их ждал ведущий эксперт в области сетевого маркетинга, вице-президент по международному развитию компании Олег Ким. Он отметил, что все присутствующие оказались в нужном месте, в нужное время, а также с нужными людьми. Олег Николаевич обозначил и главную цель мероприятия – это работа, работа над собой. Я желаю всем нашим дистрибьюторам принимать и в дальнейшем принимать участие в таких мероприятия, где вы можете получить огромный заряд энергии, которая вам необходима для того, чтобы двигаться дальше. Я благодарен тем лидерам, которые сегодня очень сильно постарались, они действительно выложились на все 100% при организации этого семинара. Я знаю на своем личном опыте, что это очень и очень непростая задача организовывать такие семинары. Олег Ким коротко рассказал о целях подобных семинаров и поделился дальнейшими планами их проведения. Дал исчерпывающую информацию о том, что представляет собой сетевой маркетинг и какие возможности получат люди, приехавшие на семинар. Oh, yeah.
Кульминацией вечера стал выход в зал президента компании APL Сергея Куликова. Одним своим появлением он вызвал продолжительные бурные аплодисменты зрителей, а первой же новостью разжег любопытство присутствующих. Он заявил, что именно на этом семинаре все станут свидетелями рождения новой технологии в индустрии косметологии, продукта «Акумулит HT» революционной косметики 21 века. Могу вам сказать, что это еще одно чудо. И чудо, которое вы будете видеть сразу. До 5 все умеют читать? А до 3? Вот технология очень простая. 1, 2, 3. И результат. Такого в мире еще не было. Также президент обратился к новичкам и отметил, что приступив к работе в компании APL, каждый начнет свою жизнь с чистого листа, потому что именно в этой команде проще всего достичь успеха в сетевом бизнесе. А тем, кто уже является опытным бизнесменом, посоветовал отвлечься от прошлых представлений о сетевом маркетинге и впитать в себя знания, предоставляемые специалистами компании APL. Неожиданным, но очень приятным сюрпризом стало присутствие на семинаре гостя из Франции, одного из самых успешных лидеров компании APL, в квалификации корпоративный директор Анри Тавареса. Его нестандартное выступление вызвало огромный интерес у слушателей. Если она счастлива, моя дочка или моя жена, кто счастлив на самом деле? Я сам, правильно или нет? И если я счастлива, как я работаю? Отлично, вы понятно. После президент объявил о показе мотивирующего фильма «Время» и пожелал всем приятного просмотра. На этой приятной ноте завершился первый день семинара в Боровом. Никак иначе, как День знаний, можно назвать второй день семинара в Боровом. Самые профессиональные и квалифицированные специалисты в области сетевого маркетинга дали мастер-класс высшего уровня по построению сетевого бизнеса. Вторую часть семинара открыл президент компании. При появлении в зале яркого и энергичного Сергея Куликова аудитория заметно оживилась и тут же приготовилась ловить каждое его слово. Зрители с нетерпением ждали от президента новых новостей и приятных сюрпризов, которые он обещал устроить для гостей семинара. Приятной неожиданностью стало практическое задание, которое он подготовил для дистрибьюторов квалификации ниже, чем управляющий директор. В течение часа каждый из них должен был сделать по 10 холодных контактов. И пусть город Бурабай узнает, что здесь присутствуют настоящие сетевики. В общем, сделайте шум, создайте много-много ажиотажа, у вас есть ровно час. Необычность задания вызвала большой интерес и желание у дистрибьюторов испытать свои профессиональные способности и навыки, полученные на обучении. Алия Атеева в квалификации директора из Талдыкургана не только познакомилась с потенциальным клиентом, но и решила не упускать шанса привлечь заинтересовавшегося молодого человека в ряды дистрибьюторов компании APL. Я просто шла и зашла в первые двери. Нас встретил Константин и любезно с нами пообщался, ему наша информация понравилась. После практической части семинара все снова собрались в зале. Каждый с удовольствием рассказал о своих результатах и делился радостными впечатлениями от проведенной работы. Что хочу сказать, просто супер. Я во всех компаниях, таких, которые была, такого достижения у меня было, конечно, но, конечно, не такой захватывающий, как здесь. Просто я здесь живу. Мы приехали вчера в обед в Курган. С Алматы выехали позавчера, но мы никакой усталости не приняли, потому что вот такое у нас как будто что-то, что необычное ждет. Но я-то возраст, но все равно мне какой-то как душа радуется, понимаете? Вот при таких обстоятельствах, при таких встречах. Большое общение, разные люди, и действительно от каждого берешь что-то новое. Я для себя открыла очень много на этом событии, и я думаю, это только начало. Семинар продолжился выступлением Олега Кима, который затронул тему о системных видениях бизнеса компании APL и с помощью яркой презентации детально описал и разобрал все мощнейшие методы реализации сетевого бизнеса. Все участники мероприятия сошлись во мнении, что семинары на такие темы очень полезны и помогают найти решение многих практических вопросов. Чувство, конечно, незабываемое, очень много адреналина, и на событии, конечно, получаешь большой заряд энергии, большой заряд позитива, огромное желание работать дальше, получать, повышать свои результаты, квалификации, работать с продуктом, просто вот одно удовольствие.
Затем слово взял Анри Таварес. Тема «Роль семьи в жизни человека», которую затронул лидер, вызвал огромный интерес у слушателей, а его личные примеры из жизни затронули сердца многих присутствующих. Отношения с семьей для меня – это важнее, чем бизнес любой другой. Но я не буду весь день сидеть дома, что будет важнее. Я работаю весь день. Я очень часто не бываю дома. Но я всегда думаю за своей семьей, всегда постоянно, каждое утро, что я могу сделать. И когда я далеко, я звоню. Я прежде звоню для них, чтобы меня звонить, да? Стоит также отметить, что в настоящее время Андрей открывает Испанию. В интервью он охотно рассказал, как развивается компания за рубежом. Эффект продукта – это просто чудо, да? Люди за 20 лет, я работаю в индустрии, первый раз, на самом деле, 80% людей, которые участвуют на презентации, они хотят работать после презентации. Обычно простая обычно на сетевом маркетинге от 5 до 15% людей начинают работать приглашенные. И здесь у нас через продукт результат, что 80% людей хотят работать. Это очень важно, это уникально, могу сказать. Продолжил разговор с участниками семинара Сергей Куликов. Свое выступление президент начал с отчета о проведенной благотворительной акции «Подари малышам счастливое детство». Отметив важность создания собственного благотворительного фонда компании, он поблагодарил участников акции за личный вклад в достойное дело. Очень приятно осознавать, что компания PL берет на себя еще и такую миссию. Миссию быть полезными именно детям. Потому что, какая-то цветы жизни, и это наше будущее. Безусловно, самым долгожданным и волнительным моментом вечера стало награждение членов компании и подведение итогов их работы. Искреннее признание от самого президента APL стало лучшим поощрением и стимулом к дальнейшему профессиональному росту. Я поздравляю всех лидеров квалификации директора! По итогам года значками были награждены старшие, управляющие, корпоративные, национальные и международные директора. Отдельное внимание было оказано садовой Гульнаре, получившей статус премьер-директора. Такой бывает один раз. Один раз у нас появился претендент, когда мы признавали первого корпоративного директора. Потом мы признали этого же человека первым национальным директором. Именно этого же человека мы признали квалификации международный директор. И сейчас этого человека нужно признать квалификации премьер-директор. Это самая высшая квалификация. Это высшая квалификация. И если этот человек продержит эту квалификацию 4 месяца, она уедет на пост Панамера. Встречайте лидера компании, первый чек компании, лидер квалификации премьер-директор. Это событие создано через мои идеи. Это событие выпросило у президента, можно сказать, очень даже сильно просила. Я месяц его уговаривала, чтобы он дал согласие приехать менеджменту и стартануть косметику. От нахлынувшего чувства радости и восторга счастливые обладатели значков не смогли сдержать в себе бурю эмоций и прямо на сцене станцевали под зажигательную музыку. А после этого тут же поспешили поделиться своими впечатлениями от насыщенного вечера. Это была сказка, я не ожидала, что у меня получилось. Я только что вернулась с Улан-Удэ, там работала. Работала у вас в Якутии, я работала в Махачкала, а вдруг я получила этот корпоративный директор, я даже сама не знала. Это вообще было прелестно. Мне помогла мой спонсор, что такая команда есть, компания АПЛ. Я, если бы раньше услышала, я бы уже 2 месяца тому назад вступила. Но я немножко позже услышала, я сразу первый же день информацию получила, на второй день я подписалась. Ерлан Думанулы – один из самых преуспевающих молодых директоров компании APL. За короткие сроки он стал обладателем статуса корпоративный директор и, как признается, не собирается останавливаться на достигнутом. Меня уже на предыдущем событии поздравляли в Рязани, в городе Астана, в Казахстане. И в этот раз еще раз поздравили. Ну и так как я являлся одним из организаторов этого мероприятия, еще мне подарили $1000 и подарок косметику, набор косметики.
На этом семинар не закончился. Дальше гостей ожидала главная интрига вечера – презентация шестого чудо-продукта «Аккумулит HT». Сначала Сергей Куликов подробно рассказал собравшимся о новой линии косметики, о ее богатом составе и уникальных свойствах, а затем пригласил на сцену 10 желающих, которые на себе смогли проверить действие этой удивительной косметики. Результаты были видны сразу же после применения омолаживающей маски. Кожа на лице стала более здоровой, подтянутой и гладкой. Еще одним подарком для участников семинара стало объявление президента об открытии продажи билетов на самое грандиозное событие года AGO Planet. Уникальная возможность приобрести билет всего лишь за 10 тысяч тенге выпала только для гостей мероприятия. Такой подарок произвел настоящий фурор и вызвал бурю искренних радостных эмоций. И стоимость его 10 тысяч тенге – это на сегодня. До самой поздней ночи длился второй этап семинара. Участники не спешили расходиться, и организаторы предложили всем посмотреть мотивирующий фильм под названием «В погоне за счастьем». Впереди гостей ожидал новый день, обещающий яркие эмоции. Порой удивляешься работоспособности дистрибьюторов компании APL, когда после бессонной ночи они вновь бодры и веселы. Третий день событий в Боровом стал по-настоящему ярким и насыщенным. Мотивирующие выступления президента, руководства и лидеров компании – розыгрыш лотерейных билетов, вручение долларовых чеков, а вечером всех желающих ждет незабываемый прощальный вечер на берегу прекрасного озера Боровое. Розыгрыш ценных призов гармонично вписался в программу семинара и создал в зале атмосферу увлеченности и азарта. Все решал счастливый случай. Руководители компании по очереди вытягивали билеты и приглашали на сцену счастливых обладателей выигрышного номера. В качестве подарков оказались сотовые телефоны, фотоаппараты, мыши дистанционного управления, комплекты книг известного американского предпринимателя Роберта Киосаки и, конечно же, долларовые чеки. Получить такие призы мечтали все, а Сергей Куликов буквально забросал подарками весь зал. О такой щедрости президента зрительный зал просто взорвался от восторга. В этот день царила особая праздничная атмосфера. К концу семинара организаторы выходили на сцену с поздравлениями и подарками, говорили теплые слова в адрес руководства и менеджмента компании. Албакиров Хайрат и кантри-менеджер Албакирова Баян. Ваши бурные аплодисменты. Покажите, как вы чествуете наших руководителей компании. Мощной компании, сильной компании, щедрой компании. Вечером состоялся долгожданный праздник барбекю, а на берегу озера началась зажигательная дискотека. Беседки были накрыты столы, гости пребывали в праздничном настроении и в прекрасном расположении духа. Обед! Супер! Обед! Класс! Как здорово, что сегодня встреча сейчас! С появлением на берегу озера президента продолжился розыгрыш лотерейных билетов. Сергей Куликов не переставал крутить лототрон и вытягивать из него все новые и новые билеты. Участники становились обладателями 100, а то и 1000 долларовых чеков. Одной из радостных обладательниц чека на сумму 200 долларов стала сама Макатова, в квалификации директор по семейному контракту. А когда президент узнал, что супруги Макатовы являются родителями 7 детей, от лица компании вручил многодетной семье еще один чек на 1000 долларов, выразив восхищение человеческому подвигу молодой многодетной семьи. Сколько вы? 31. У вас 7 детей? 1000 долларов от компании «Апел». Все веселились от души. Энергетика была потрясающая. Надо сказать, что и последний день семинара удался, а значит, и весь семинар прошел на высоком уровне. 3 дня. 3 незабываемых дня. Мы презентовали новую технологию Аккумулит HT. Мы признали наших лидеров и подарили им квалификационные значки. Мы разыграли очень много подарков, как и было заявлено. До встречи на главном событии года AGO Planet 2012. Пока-пока!